Всем привет! С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я вам расскажу немножко о предновогоднем каталоге, о его новиночках. Новиночек, как вы видите, было очень даже мало. И еще немножечко вот расскажу о заказе, который я заказывала ввиду того, что у меня кое-что закончилось. Говорим с вами сначала о новых ароматах. Первый аромат — это Бомонт мужской или Бомонт, вот честно не скажу, но вот вы знаете, это на самом деле, как и описано в каталоге, это атмосфера высшего общества. Просто великолепный аромат, очень красивое оформление, как вы видите, он так вот раскрывается. И тут вот прям зеркально, да, видите, мой палец даже видно, да, прям, вы знаете, красивый такой, дорогой очень такой флакончик, тяжеленький, крышечка сама пластмасса, да, тут написано Бомонт, да, от Фаберлик. Что хочу сказать, первое ощущение, какая-то резкая благородная кислинка, потом пошла сластинка, потом пошла вот это вот ноты, да, ноты сердца, я так понимаю, или шлейф, не могу совсем понять, это ноты таких, такой горчинки. И все это так классно. И, конечно же, в аннотации вот написано, да, артикул у него 3226. Вот, идет он, так, сколько же он миллилитров идет? Угу. 60 миллилитров, то есть он большой, не маленький, да, и вот на него аннотация. Хочется сказать, что аннотация прям 100%, на самом деле элегантность, респектабельность, аристократичность, но не нежная там какая-то аристократичность, сильный аромат, уверенный в себе, да, то есть ну, такой классный аромат, и чувствуется, что он не дешевый, хотя в принципе 999 рублей это недорого. И я вот недавно сидела, считала, если взять по цене каталога 999 рублей, то у нас с вами, давайте возьмем калькулятор, вот 999, те, кто делает больше 50 баллов, мы вычитаем 26% скидочку, да, и получается скидка 259 рублей и к оплате 739 рублей. Я считаю, что для такого аромата это очень даже дешево, потому что он ощущение, аромат, он стоит дороже. Женский аромат, да, такой гламурненький, красивенький, хорошенький, тоже очень даже оригинальная упаковочка, все красиво сделано. Он идет 50 миллилитров, не 60, и тоже стоит 999 рублей. Это сладкий, нежный аромат, на мой взгляд, очень сильно напоминает Феерик и Сенсуэль, но ноток пудры там, как Феерик и Сенсуэль, нету. Но очень для меня они очень похожи, вот моему носу, да, и вот Феерик нету вот этого вот древесно-амбрового шлейфа, а тут он как бы есть, вот, и когда эти ароматы, да, вот так вот вместе, если посмешивать, то получается просто какая-то такая сладкая, сильная водичка. Очень оригинальная. И на самом деле эти парные ароматы вместе, они будут звучать просто великолепно. И честно скажу, моя любимая вода — это Платинум от Ренаты Литвиновой. Я ее очень люблю. Это уже не новинка, но она у меня закончилась. И вот я сейчас с удовольствием, хотя вообще терпеть ненавижу сладкие ароматы, я с удовольствием буду этим ароматом пользоваться и Платинум пока заказывать не буду. Вот, моему мужу парфюмерная вода понравилась, он сказал, нормально, так здорово, классно, говорит, Фаберлик все лучше и лучше парфюмерные воды выпускает. Его любимчик, да, от Фаберлик, это именно Lestet парфюмерная водичка, и сейчас вот эту он сказал, что да, говорит, израсходую, и сейчас, говорит, вот она у меня вот заканчивается, я, говорит, тебе скажу, ты, говорит, мне новую закажи, да. То есть вот вода мужская от Валентины Юдашкиной ему не так понравилась, как понравилась вот именно эта Бомонт. Да, то он сказал, что слишком сладкая, не его, а это он сказал, что да, прям моя вода, я такую хочу. Далее у нас с вами пошли такие вот подарочные красивые наборчики в каталоге. Первый набор — это Феерик Сенсуэль. Очень довольна, что в каталоге есть не только
дешевые наборы, но и такие вот красивые, дорогие наборчики. Да, то есть он хорошо очень упакован. Так, я его по ходу сверху... А, нет. Видите, он очень хорошо упакован. Тут идет полноценная версия парфюмерной водички. Это любимчик моей дочки. Вот как раз она пахнет такой цветочно-нежно-пудровый ароматик. Очень такая классная вода. Но она, конечно, самая ходовая в компании Суперлик. Ее редко кто не любит. Вот, и такой вот парфюмерный гель для душа, он, я его пробовала сколько раз, он очень хорошо пенится, он очень хорошо моет кожу, да, моющие способности хорошие, даже если вот отдельно заказывать, он не маленький, идет 150 мл, и артикул у него 81,20. Наборчик в целом меня порадовал, если честно, я его с удовольствием подарю. Да, то есть тут все зафиксировано, чтобы ничего не разбилось, не сломалось, это тоже здорово. Наборчик шел в пленочке, в пакетике в целлофановом. Тут идет состав у этого наборчика, как видите, артикул 3097. Да, то есть полноценная версия. Ну и, конечно, 829 рублей, не так уж и дорого, как нам порою кажется. Да, то есть все равно, вот я так посчитала, опять-таки, да, 829 минус 26% получается 600 рублей, да, ну такой увесистый хороший подарочек, не дешевый, я считаю, что, ну, своим родным близким можно это сделать, а такой подарок. И что мне еще понравилось, я сверху туда могу вложить фигурное мыло, оно туда войдет, и еще могу туда вложить магнитик наш Фаберлик, тоже оно туда войдет, и даже я померила, без упаковки войдет какая-нибудь новогодняя игрушечка. Ну, я еще подумаю, подарить ее отдельно или вкладывать, потому что страшно, вдруг разобьется, да. Вот, следующий это набор для рук Grand Prince Henkere, это не новинка, он у меня был, постоянно его у меня покупают, я его заказываю, и, вы знаете, очень хорошая вещица, тоже можете побаловать, его, я не знаю, плохих отзывов вообще нет, его всегда все хвалят, и он дарится на втором шаге стартовой программы только без коробочки, а отдельно приходит наборчик такой вот, да, всего по одному. Тут идет первый этап, это шлифовка, первый этап это химический пилинг, второй шлифовка, и третий этап это крем, восстанавливающий для рук, жидкая перчатка. Это альтернатива салонной процедуре, поэтому тот, кто это проделает как нужно по рекомендациям, вот очень доволен тем, что у него ручки стали как у младенца. И это действительно так. Кто пробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, ну, это просто безумно классные вещи. И кто это пробовал, все в восторге. Даже вот в чатах у нас новички, вот, которые недавно приходят, я им, они говорят: Аня, что можно сделать с руками, у меня руки нехорошие, связано с работой. Ну, я говорю, если тебе завтра не на работу, у тебя завтра выходной, сделай вот эту процедуру. Они заказывают, они это делают, и они на самом деле пишут прям в чат огромные прям петиции восторгов, и это очень приятно, что я могу посоветовать то, что на самом деле работает, и то, что на самом деле можно подарить и получить хороший результат, и даже, наверное, регистрацию на такие подарки. Следующий это такой вот, такая вот упаковочка, подарочный набор смородина и ежевика. Тут входит витаминный гель для душа 200 мл и витаминный крем для рук 75 мл. Ну, пахнет он натуральной смородиной и ежевикой. Ежевика более ярко выражена. Артикул 2392. Это полноценные версии, да, как вы видите. Это вот такой вот красивый такой флакончик, да. Вот, и крем для рук. Ну, крем для рук обычный, смягчает хорошо. Все здорово, все классно. Единственное, что вот этот вот гель для душа на зиму, конечно, он бодрит, все такое, но после него все равно нужно какой-то бальзам увлажняющий, потому что зимой все-таки лучше использовать крем-гель для душа, а не обычный гель для душа. Вот, поэтому тут как бы с подарком подумайте, может быть, что-то еще вложить. Может кожа и от него сохнуть зимой, потому что летом в жару он прям идеален, а, как сказать, зимой, мне кажется, что кожи недостаточно, вот обычного геля для душа.
Далее, но опять-таки вариант совсем бюджетный, вычтите 26%, это просто копейки. Далее давайте с вами поговорим о наборе Ля Крем. Вот его можете дарить прям уверенно. Набор классный, красивый, с миндальным молочком и молочными протеинами. В набор входит крем-гель для душа питательный, ярко выраженный такой аромат молочного миндаля, я бы так сказала. Далее крем для рук питательный, тоже очень вкусно пахнет. И туалетное мыло питательное, тоже оно увлажняет классно, тоже классный аромат, артикул 8675. Вот это набор очень стоящий для женщины любого возраста, потому что вот эти вот гели для душа, Ля Крем, я в них просто влюбилась. И сейчас я, когда делаю заказ в каталоге, если у меня, допустим, закончился гель для душа, я уже не знаю, что заказать. Или Секрет Клеопатры, или Ля Крем, потому что они мне одинаково нравятся, а ценовая политика абсолютно разная. Вот, такой вот классный наборчик. Сейчас мы с вами посмотрим. Все было, или пленочка тут была наклеена, или в полиэтиленовом пакете запаковано, да? Вот такое мыльце вложено, вот такой вот питательный крем, роскошная мягкость, то есть он восстанавливает, и вот такой вот полноценная версия геля для душа. Если захотите его приобрести отдельно, не пожалеете. Он большой, 250 мл, он хорошо пенится, и артикул у него 83,91. Просто классная вещичка. Вот такая вот красота. С удовольствием тоже буду дарить такие наборы. И если честно, прям не знаю даже. Вот в этот набор можно даже ничего не дополнять. Мне кажется, он таким полным, хорошим. Вот. Далее, значит, Axiology идет наборчик. Вот такой вот маленький, симпатичный, тоже недорого, бюджетно, 449 рублей. В набор ходит ночной крем 50 мл, дневной, и крем для век 15 мл. Это для всех типов кожи он идет, тоже классный. Да, вот видите, тут запечатано было, я его еще не распечатывала. И вот так вот он выглядит, на такой блестящей подложечке, три составляющих, да, набора. Тут идет аннотация, конечно, плохо видно. Артикул 0298. Вот, это идет защита и комфорт вашей кожи день за днем. Да, то есть серия кислородное питание идеально подходит для сухой и нормальной кожи. Насыщает кожу необходимыми питательными веществами. Ну, не видно, я вам просто зачитаю аннотацию, потому что тут не видно. И поддерживает баланс влаги, насыщает кожу необходимыми питательными веществами, поддерживает баланс влаги. Инновация лаборатории Faberlic, технология 4D Target, в основе которой кислородные дроны, обеспечивающие таргетированное воздействие на клетки кожи. В результате клетки кожи получают максимум энергии, кислорода и питательных веществ. Вот. Состояние и внешний вид кожи улучшаются день за днем, обеспечивают длительный видимый результат. Ну, те, кто следит за моими обзорами, хочу сказать от себя простыми словами, что это базовая линейка, она не антивозрастная, но когда мы с вами пользуемся постоянно антивозрастными кремами, то мне хочется чем-то разгрузить кожу, и вот это как раз для этих случаев, когда вы пользуетесь чем-то антивозрастным долго, и вдруг вам захотелось сделать перерыв, но все равно кожу нужно защищать, кожу нужно чем-то немножко питать. И поэтому вот этот вот наборчик я прям рекомендую всем, всем при всем, потому что он классный, я пользовалась уже им и снимала уже про него обзор, про его действия, и на самом деле не постесняюсь такой набор подарить. Далее хочется вам рассказать про набор подарочный, очень даже красивенький, это зима. Немножко разочарована, потому что в этот раз зима вышла вишневая, вишню я не очень люблю, но дочка у меня все
схватила, унесла в свою комнату, поставила, говорит: ох ты, вишенка, как классно, да? То есть, кто вишню не любит, тому, конечно, этот набор не подойдет. Но он прям реально вишневый такой аромат, но не бьющий в нос. Тут идет защитный крем для лица. Кстати, очень хорошего действия от непогоды. Защитный бальзам для губ, тоже дочку мажем им. И защитный крем для рук. Тоже великолепно, да, в холодную погоду, у кого ручки ветреют на морозе, даже под перчатками, тоже здорово, да, то есть тут идет 50 миллилитров, 75 миллилитров, да, то есть здорово и классно. Вот, у кого-то бывает аллергия на мороз, мне кажется, что эти крема должны сколько-то да помочь. Далее, очень классные наборчики для мужчин. Очень хорошо, что компания Faberlic мужчин наших дорогих не забыла. И сейчас я вам покажу вот такой суперский набор. Он не дешевый, но он того стоит. Да? Кто любит своих мам, пап, братьев, ну это просто великолепный подарок. Во-первых, тут идет парфюмерная полноценная водичка Lancelot. Так, подождите, туалетная или парфюмерная? Потому что парфюмерная вода, она более стойкая и насыщенная. Да, туалетная вода Lancelot, но она идет 100 мл. И также идет гель для душа, он идет 200 мл. Аромат просто классный, я это даже просто так данную серию заказывала. И еще раз вам хочу сказать, что она чем-то, вот этот Lancelot, по благородности, по аромату очень похож именно на Beaumont, потому что аромат у нее такой свежести, да, но Beaumont это парфюмерная водичка, то есть она более стойкая, а Lancelot она идет с такой свежинкой, которой нет в Beaumont, то есть там аромат, когда вы наносите его, он такой более легкий, более, ну я не знаю, ветреный, я бы что так сказала, да, то есть более такой летний, освежающий такой, приятный. Ну и гель для душа точно такой же, красавчик вообще. И когда муж выходит из ванны, мне очень нравится, вот именно и Celsius мне нравится, и Lancelot мне нравится. Очень люблю вот эти вот классные ароматики. Далее с вами поехали. Так, артикул этой красоты. Дарите, вам самим понравится, как пахнут ваши мужчины, даже если вы своим мужчинам это дарите. Артикул 3098, ну просто красота, да. И этот наборчик более бюджетный, да, это Celsius. Тут идет не парфюмерная, не туалетная водичка, а идет гель для душа и лица, и тела, да, гель для душа для лица или тела, и волос, да, то есть можно целиком мыться. И также идет прозрачный гель для бритья и умывания 100 миллилитров, то есть такой очень универсальный, да, мужчину, как вы знаете, не положи кусок мыла, они месяц будут на этом куске мыла жить, ну, такие они у нас с вами, очень мало мужчин, ну, вот мой муж лично, что свекр, что отец, что брат, они вообще не выбирают, чем пользоваться им, что подсунешь, что и здорово, да. Но самое, что интересное, когда у меня муж начал бриться кремами от Faberlic, еще что-то, у него перестало раздражение, да, то есть дезодоранты, еще что-то, спреи всякие, да, для тела, тоже очень хорошо повлияли на него, да, то есть он стал свежее пахнуть всегда, даже если не моется целый день, да, вот он с утра, допустим, в душ сходил, и он не мылся весь день вечером, и он уже как бы на самом деле хорошо пахнет и хорошо выглядит, потому что он этими всеми средствами моется уже 3 года, да, 3 года, 26 числа у нас было 3 года, как мы в компании в этом месяце, да, то есть это 3 в 1, продукт для лица, тела и волос, то есть им все можно. Аромат у него, ой, я не знаю, как вам, да, то есть если Lancelot это нежная свежинка такая, да, мужская, легкая, нежная свежинка, благородная такая, да, то тут такая же вот, точно такой же аромат, только не свежинка, а именно такая сладкая кислинка, но и свежести есть чуть-чуть, но ее практически не чувствуется. И вот такой вот гель для бритья, он не пенится, да, он не пенится и защищает кожу от порезов. Так что такая вещь очень даже интересная.
универсальная. Я думаю, вам очень даже понравится. Итак, следующее у нас с вами идет, это лаки. Лаки для ногтей. Очень красивые, симпатичные. У нас с вами появилось три новых оттеночка. Оттеночки на самом деле хорошенькие такие, современные. Такие, как в принципе должны быть, да, что сейчас входит в моду. Значит, первый оттеночек у нас с вами идет вот такой. Да, как вы видите, это в один слой. Артикул у этого оттеночка идет 74,93. Это в один слой, а это в два слоя. Да, то есть вот так вот. Если взять его так, 74,93. Так, 74,9. Ага, тут его нету, наверное, да, скорее всего. Угу. Значит, вот он 74,93. Вот он этот оттенок, да. То обратите внимание, что он отличается. В каталоге он более такой серый, а на самом деле у него более такой теплый, красивый оттенок. Да, вот прям, да, обратите на это внимание, что отличается. Следующий оттеночек идет уже другой. Это, так, где тут артикул не указан, да, давайте я тут посмотрю. Для, лак для ногтей CC умный цвет. Артикул у него идет 74,92. Да, 74,92. Вот этот оттеночек, да, вот он тут указан. Да, тоже видите, отличается. Есть различия и при дневном, да, это в одной, в один слой лак, это в другой слой лак. Да, и тут он тоже, как вы видите, тоже очень сильно отличается. То есть, вот он какой, вот он какой. Поэтому делайте выводы. Прежде чем заказывать, да, посмотрите обязательно разницу. И следующий оттенок, насыщенный такой, фиолетовый, я бы так сказала. Артикул у него идет 74,91. Вот он так представлен в каталоге. Да, вот такой он есть. Ну, давайте вот тут еще он представлен в каталоге. Очень, я бы так сказала, отличается тоже, поэтому будьте внимательны. Да, и вот он в один слой, вот это в один слой, а это во второй слой. Да, то есть разница есть, разница не слабая. Да, ну и посмотрите, какие они красивые, какие они мерцающие, как они классно переливаются. Ну просто круто, на самом деле круто. Итак, следующее, что бы мне вам хотелось показать, это новые оттенки теней. Вот такая вот красота. Они более теплее, чем на камере, кстати. Они были закрыты защитной пленочкой. Угу. Я не знаю, может быть, поменять цвет дневной. Да, какой-нибудь сделать. Угу. Тогда они вообще серые становятся, да? Вот, это явно такие теплые коричневые оттенки. Не такие уж они и холодные. Да, и они такие мягкие, хорошо наносятся, хорошо тушуются. Этот оттеночек с блесками, да, как вы видите. Я очень сильно, конечно, тыкнула. Да, и вот так вот они, если я их перенесу. Да, но вот вы знаете, чуть-чуть оттенок при жизни чуть-чуть теплее, чем на камеру. Вот даже постаралась у лампы цвета поменять, но вот все равно не особо-то и передает. То есть они более теплые, но не намного теплее, чем на камере. То есть совсем чуточку ярче. Вот такая вот красота. И два оттенка идут с блесками, один без. Следующее. Это такая вот классная пудра иллюминайзер для лица. Написано «Мерцающая вуаль», артикул 6074. Мне она очень понравилась. Да, тут, значит, идет у нас еще спонжик такой для походного варианта. Но я пользуюсь только-только кисточками. Так, пальчик вот у меня. Да, смотрите, она чуть-чуть-чуть. Вот, есть какое-то немножко у нее мерцание. И сейчас мы с вами ее нанесем.
красная. Видите, она так не сильно перекрывает, но перекрытие все-таки есть. Вот если взять родинку, то она становится менее заметной. И немножечко такой, как вы видите, мерцающий такой блеск, еле-еле заметный. Но на лице, если не знать, что он у вас есть, то вы и не поймете. Куда-то бы даже вот на более ровное место нанести. Показать вам, как кожа переливается, да, видите? Чуть-чуть вообще. Вот такой вот иллюминайзер. Считаю эту пудру полезной. Считаю, что я буду ее еще раз заказывать, если Фаберлик еще что-то лучше не выпустит. Потому что в последнее время столько новинок, что просто разбегаются глаза. А, следующее. Это просто бомба. А, честно вам скажу, мне очень понравилась вот эта вот краска для волос. А, дочке мы заказали краску для волос. Ну, кстати, оттеночек тут ярче, чем на фото. И в жизни он намного ярче. Кто смотрел мой обзор по продукции, наверное, видел мою Катерину с волосами по попу, где я ее тремя красками покрасила. Вот, ну, свою старшую дочь. Вот, тремя красками красила. Мы ее красили оттенком 7.35. Она идет без аммиака. На самом деле глубокий насыщенный цвет. На самом деле бережное окрашивание и на самом деле уход. Про седину ничего сказать не могу, к сожалению. Да? То есть она сама по себе медная, но она такая бледно-медная. Да? И тут она у меня прям захотела, чтобы ее оттенок засиял. Волосы стали такими зеркальными, блестящими. И мы добились этого эффекта. Нам на самом деле эта краска очень-очень понравилась. Честно скажу, я прям в восторге от нее. Вот. И вот он состав, да, то есть тут идет тюбик с крем-краской, флакон-аппликатор с проявляющимся молочком, восстанавливающий флюид после окрашивания 15 мл и пара перчаток. Перчаточки такие крепкие, мне хватило всю ее купну прокрасить одними перчатками, да, и инструкция по применению. Единственное, что я знаю, что многие дамы не любят читать, хочется предупредить, что эту краску не надо смывать шампунем, ее нужно смыть просто водой и потом нанести вот этот вот восстанавливающий флюид после окрашивания, да, вот эту краску мы выдавливаем в тюбик, да, как вы видите, там вот есть, лежат перчаточки, сначала надеваем перчатки, потом в этот тюбик открываете, да, открываете его, выдавливаете туда крем, вот этот вот, да, и потом вот тут вот видите, есть открывашечка, она крутится, и вы спокойно расчесывая пластмассовой расческой волосы, можете в домашних условиях покраситься. Очень удобно, оттеночек 7.35, голова очень яркая. К сожалению, сейчас Катерина в колледже, я не могу вам ее показать, но ой, вот прям точь-в-точь, волосы блестящие, яркие, красивые, насыщенные. И они прям, вы знаете, рассыпаются, такие классные стали, да, то есть такие рассыпчатые, красивые волосы. И оттенков, как вы видите, очень много. Значит, вот Катин оттеночек, да, 7.35, но он намного в жизни ярче. Он ярче, чем на этой картинке, раза в два. И это точно я вам говорю. Прямо раза в два ярче. Вот. Далее, значит, о чем мы с вами поговорим. Это вот такая вот коллекция для парнишек, для наших, для мальчишек. Вот, эта коллекция, конечно, меня порадовала насыщенными ароматами банана. Во-первых, так, пены для ванны тут нет. А, честное слово, мы ее просто забыли в ванной. Дочка уже купается. Вот, и душистая плотная пена из миллиона пузырьков со сладким ароматом яблока. Настоящее такое красное яблоко, не зеленое, а красного яблока аромат. Да, позволяет превратить купание в увлекательную игру. Пенится очень хорошо. Мы вот так вот вылили в ванную, и от пены было просто некуда деваться. Ребенок уже начал строить из нее пирамиды, все такое прочее. Да, там поставила себе плавающий таз какой-то плоский. И давай туда всю пену собирать, строить. В общем, очень мы долго, минут 40, из-за этой пены сидели в ванной. Да, пена на самом деле плотная и стойкая. Единственное нарекание к этой пене, то, что она, да, у нее нежный аромат, все здорово, но мне не понравилось потому, что она долго в ванной, после того, как мы ванну выпустили, она долго в ванной была. Минут, может быть, даже 20. Она испарялась, исчезала, я ее смывала и водой, и всякое, потом уже плюнула, ушла, пришла.
когда сама в душ, это вот я уже ребенка завернула, вымыла, вынесла, да, то есть одела, сходила, да, мы с ней чайку после баньки попили, да, с мяткой, пошли спать, я ее уложила спать, пришла в ванную, а там пена до сих пор, ну, это минут 20-30 точно, пена как бы не исчезла за это время, но детям это столько радости, это на самом деле строительная пена. Целые замки строить, вот вы не представляете, дочка построила целую здоровенную пирамиду из 1/4 флакона, мне она очень понравилась, и я буду с радостью ее еще заказывать. Предыдущая была такая же, не знаю почему это только для мальчиков, моей дочери нравится и вертолетик, моей дочери нравится машинка, и у нее есть одинаковое количество кукол, одинаковое количество машинок. Говорю, что в магазине намного дороже заказывать, я очень люблю продукцию именно заказывать через интернет у компании Faberlic с 26% скидкой, и мне это очень нравится, потому что я за свой заказ обратно еще получаю по 690 рублей, да, то есть и скидка у меня 26%, и в общем, здорово, в магазине так не сэкономите, каждый балл это один бонус, и за каждый бонус вам дарится еще, накопите 5 бонусов, вам будет дариться уже подарок. Если сделать заказ на 50 баллов, то понятно, что вы можете заказать уже огромное количество подарков, да, это 10 подарков за 5 бонусов, это тоже, конечно же, круто. Да, тоже круто, 10 подарков от 10, можете копить программу Faberlic Club, и это все вместе, понимаете, все вместе, поэтому я люблю очень заказывать на сайтах, я люблю заказывать со скидкой, лучше я накоплю и оптом куплю игрушки там или средства для дома тут, и буду на самом деле экономить в дом, потому что в магазинах что-то сейчас цены вообще начали зашкаливать, и мне очень нравится именно заказывать на каких-то сайтах оптовых или со скидочкой. Вот, далее, значит, мягкий очень такой шампунь, 2-в-1, бальзам для детей, 250 мл. Очень пахнет вкусно, сладко. Тут написано, что только гипоаллергенные душки, пищевые красители. Он идет 250 мл, артикул 2355. Но судя по предыдущему шампуню и гелю для душа, я хочу сказать, что он просто великолепен, потому что, ну, компания Faberlic для детей проходит все по отдельным ГОСТам, стандартам, ЦНПИНам. Компания Faberlic очень сильно за этим следит. Возраст тут идет 3+. Также есть компания Faberlic и линейка 0+. В моих обзорах я ее снимала, я заказала, хотя у меня нет нулевых детей, но у меня очень много знакомых с такими детьми, которые идут 0+. И вы знаете, они довольны, недовольны, я сняла обзор, одной подарила одно, другое, третье мыло, все похвалили, говорят, давай буду регистрироваться. Очень приятно, что продукция нравится мамочкам, и говорят, что и бюджетные, и качественные, и вообще. Следующее, это то, что я вам хотела показать, это вот гель для душа я вам показала. Шампунь, бальзам, к сожалению, вот он у меня, шампунь, бальзам. Тут немножечко пролилось у меня. Тоже аромат яркого яблока. Вот, шампунь и гель для душа пахнет дынькой. Сказала я, не сказала, что аромат свежий такой, спелый, сладкой, приятный такой. Дыни прям, ой, прям, знаете, аж слюньки. Шампунь-бальзам классно за волосиками ухаживает. У нас еще не закончился предыдущий, поэтому я довольна. Цены очень бюджетные. 199, 129, 26% скидки. Это вообще получаются копеечки. Вот я всегда, когда делаю заказ, я прикидываю, да, 199 минус, допустим, 26%. Это получается 147 рублей. Да. Мыло жидкое для рук, очень хорошо, оно не сушит кожу. Ну, я им, честно сказать, руки помыла один раз, оно кунькой. Боюсь перепутать ароматы, потому что пена для ванны красным яблочком пахнет. Это значит, пахнет все дынькой, а это пахнет спелым яблочком. Да? То есть вот все ароматы разные. И вот две зубные пасты появились, одна 6+, другая 3+. 6+, я, конечно же, отдам попробовать соседке, которая Фома неверующая. Да, хочу ее порадовать, у нее как раз ребенку 8 лет, да, вот такая вот паста интересная, да, вот, она очень вкусная, она идет прямо, я не знаю, как описать этот аромат,
Очень вкусная, сладкая, слегка медноватая грушка. Прям слюнки потекли. Она идет 50 миллилитров. Ну, такая долгоиграющая, но долго ее хватит. А это паста с ароматом яблочка. С ароматом яблочка. Тоже при вас открою. Она идет как гельчик. У нас сейчас идет паста 0+. Если честно, мы ее так и решили никому не отдавать. Дочка ей с удовольствием зубки чистит. Аромат красного яблока. Именно аромат красного яблока. Ну, приятненький такой. Очень удивил меня бальзам для губ. Он абсолютно не липнет. Артикул у него идет 2348, 10 миллилитров. Супер вещь. На самом деле губки нежные, блестящие. Держится он на губках долго. Ну, если его, конечно, не съесть и не скушать. Вот. И вы знаете, великолепная вещица. Вообще не липнет. А он бесцветный такой. Ну, понятно, это серия для мальчиков. Вот он такой вот бесцветный. Да, как вы видите, немножко с беленьким-то, с таким оттеночком. А тут он наносится хорошо, по губкам удобно. Ну, сами знаете, у детей губки трескаются очень часто. И он, у него такой идет глянцеватый немножечко блеск, но он со временем исчезает и остается просто такая слизкая мягкость. И губы после него такие ухоженные-ухоженные. Он мне очень понравился. То есть я его сейчас положу в прихожей, как обычно, и мы будем этим бальзамчиком перед выходом на улицу мазаться. Вот. Потому что, ну, все равно в холод губки ветрят, они любят губки облизывать. Вот проказники наши любимые. И все равно что-то с губками происходит. Далее это ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Это новый аромат, цветочно-пряный. Очень такой классный, благородный аромат. А я специально сходила, у меня недавно был завоз, да, все увидели, наверное. Я заказывала ультракондиционер для белья. А вот, вот такой вот. Эти ароматы очень похожи. Только это нежный, свежий, а это такой терпкий, пряный. Да, они очень похожи на самом деле. И я не знаю, какой из них лучше, красивее ощущается, да. Но вот сейчас у нас этот открыт, и он, вы знаете, открываете шкаф с бельем, и там просто очень отличный такой, ненасыщенный, не терпкий аромат. Единственное, что они идут как суперконцентраты, и если вы много его нальете, много вот этого кондиционера нальете, вы просто задохнетесь. На самом деле он просто великолепен на высоте. Артикул 112,69. Вот. Он идет 500 миллилитров, и это супер концентрат, поэтому будьте осторожны, это нужно растянуть на 25 стирок. Много нальете, реально задохнетесь. Также я была в ванной вот с таким вот, с такой вот новинкой, крем-пена для ванны, для крем. Хочу сказать, что да, кожа от него приятная, вы лежите в ванной, все здорово, все классно, все просто великолепно. Очень такой приятный аромат миндаля, молочные протеины ухаживают за вашей кожей, да, и, конечно же, ну, с удовольствием его израсходую. Он идет 250 миллилитров, артикул 8639, аромат насыщенный очень, резко бьющий в нос вначале, но потом он такой более-менее расслабляющий ароматик. Вот, мне очень даже оно понравилось. Пенится средненько, нормально. А строить из него вы ничего не построите, как из детской строительной пены и так далее. А следующее, это новинки такие вот помады. Губная помада 3D поцелуй. Новые оттенки вышли. Я, конечно же, себе очень люблю красить губы помадой. У меня постоянно практически помада на губах. Или бальзам, или помада. Бальзам я очень люблю антивозрастной. Да, вот этот у нас оттеночек, да, как вы видите, с первого слоя очень хорошо нанеслось оттеночек 4002, да, вот видите, такой вот артикул, очень такой хорошенький, да, как вы видите, оттенок, и в два слоя, оно не скатывается, но классно на губах сидит, оно не растекается, и цвет такой хороший, насыщенный, ровный. Оттенки я заказала практически одинаковые. Этот просто более нежный. Это губная помада 4003. Да, как видите, уже тут все было открыто. Я обратно приклеила. Вот. То есть, если до вас это не было отклеено, то вы уже будете уверены. Вот.
такой более, да, такой приглушенный, да, цвет. Так, вот, так его показать. Давайте нарисую, да, то есть вот он более такой нежный, приятный оттеночек. В пробнике я все оставила на своем агентском пункте. Пусть новичкам вкладывают в заказ, да, то есть все новинки пробников заказаны, но на агентском пункте. Пусть люди смотрят, тестируют, ручки свои мажут, подбирают себе оттенки. Я думаю, что на агентском пункте это намного актуальнее, чем для моего обзора. Вот, потому что все равно как бы, ну вот сейчас я вам хочу сказать, что эти оттенки камера передает идеально. Идеально, хотя тени она передала, как будто они более холодные. Нет, тени более теплые, да, более теплые, намного теплее. А вот оттенки губных помад передает цвет очень хорошо, да, очень. Видите, она такая глянцевая, блестящая, переливается. Ну, конечно, да, 3D поцелуй, помадки хорошие. Но я не скажу, что прям зеркально-зеркально. Так, забыла рассказать про влажные салфетки для детей. Ну, вы знаете, обычные салфетки классные, их тут 15 штук. Антибактериальный у них эффект идет, идеальное очищение. И дома, мало ли, что-то не так, да. Артикул 2449, 2349. Они тоже идут гипоаллергенные, так как они идут детские. И у них очень приятный такой свежий, классный-классный ароматик. Очень он мне понравился. И последнее из новинок — это такие вот водные спреи-освежители. Как вы видите, ароматы точно-точно такие же, как и у предыдущих спреев-освежителей. Цитрусовый, антитабак, тропический бриз и вот новый аромат зимней ягоды. Чем они отличаются? Вот честно, я не поняла. Вот у меня есть еще не начатая даже упаковочка водного спрея. Я взяла таких, как-то раз была распродажа, я взяла таких аж 6 штук. И вот у меня 2 штуки еще осталось. Я их очень активно использую именно в туалете, в ванной комнате и активно использую именно на кухне и в детской комнате, да, потому что ребенок любит ходить до сих пор на горшок, и иногда надо бывает освежить воздух после горшка. Вот, и этот объемом меньше, но дешевле на 10 рублей. Вот это личное мое ощущение, потому что когда я смотрела по составу, да, артикул тут 113.26 у новой версии, а тут артикул 112.26. Что хочу сказать по поводу аромата? Обалденный аромат, тропический бриз, такой сладкий, нежный, невесомый, очень хорошо освежает, да, вот видите, разница в миллилитрах идет, упаковка стала не просвечивающая, тут просвечивала, да, то есть он просто стал дешевле. Тут состав, да, идет, как бы даже состав-то идет как бы одинаковый, да. Так, 30% вода, далее менее 5% NPAF на основе растительных масел, и также идет отдушка и отдушка. И тут вот видите, консервант идет в составе, а тут идет метилизотиазолинон. Простите. Вот, также тут все значки, что сертификация, что растительное сырье безопасно для человека и так далее. То есть все точно так же, вот состав немножко отличается от предыдущего, поэтому особой разницы нету, просто он стал меньше, легче, ну, удобнее держать. А также вы тут нажимаете и его распыляете. Ой, ну прям свежесть свежестью. Далее, значит, антитабак. Это такой цветочно какой-то цитрусовый аромат. Приятный такой, со сластинкой такой. Так, он у меня уже был открыт, да. Такой, немножечко чем-то вот, знаете, перемешка лимон, сирень. И все это так нежно. Цветы еще какие-то. Ну, очень приятный антитабак аромат, очень приятный. Это цитрусовый, больше пахнет лимоном, грейпфруктом, чем-то таким вот, да. А вот этот зимние ягоды мне очень понравился, хотя я ягоды не люблю. Очень такой классный, на самом деле. Ой, ну очень приятный такой аромат, в меру сладкий, свежесладкий, я бы сказала, артикул 112.33. Вот, так и он называется, зимние ягодки, ну прям натуральные зимние ягодки, и здорово, да, то есть из состава исчез, появился консервант, и исчез вот тот вот метил-метил какой-то.
Вот, если кто-то в химии, как сказать, силен, то, пожалуйста, подскажите. Я не гуглила, если честно, не гуглила. И далее заказала я на всю свою родню, на всю свою квартиру, да, то есть это папе, маме, мужу, как бы он ни любил, я все равно заказываю, мужу, себе и дочке старшей, да, то есть вот такие вот интересные, как сказать-то даже, да, витаминчики. Это кедровая живица. Тут в составе есть и омега, и масло кедровое, да, то есть и комплексная пищевая добавка, и кедровая живица. То есть это, ну, знаете, это для памяти, для сердца очень хорошо, да, то есть мне очень нравится. Тут идет 90 таких зеленых капсулок. Тут вот сверху ваточка, как обычно, да, и вот я их вот таким вот образом... Сейчас покажу, плохо видно, да? Вот они такие вот интересные, симпатичные, да? То младшая у меня есть только омегу, а живицу она кушать не хочет, она, правда, невкусная, омегу она прям ест, раскусывает и все такое прочее. Далее заказала, как обычно, средство чистящее для ванной комнаты. Все вы, наверное, видели в моем прошлом заказе, что у меня был огромный заказ, а вот средство чистящее для ванной комнаты я забыла заказать и заказываю сейчас. Ну, мне очень нравится, но оно не подходит для чистки металлических поверхностей. Если вы им будете чистить металлические поверхности, то они у вас немножко даже почернеют. А так вот именно с ванн, он удаляет грязь, мыльные разводы, водный камень, кальциевые отложения, ржавчину, очень заметно ванну отбеливает. Также можно мыть кафель, он идет антибактериально, устраняет неприятные запахи, в общем, он мне очень-очень нравится. Тут можно купить дозатор, который будет пшикать или открываться-закрываться, то есть как вам хочется, можно приобрести даже дозатор отдельно, который идет многоразовое использование, да, с одной бутылочки с пустой убрали, перенесли на полную, да, то есть... Этим средством, в принципе, можно чистить все, и оно очень хорошо обеззараживает. И еще, когда у меня кончается средство для туалета, я обрабатываю туалет. Ну, вот недавно так получилось, что у меня закончилось, я забыла заказать, и вот 3 дня я чистила средством для ванной комнаты. Вот они как-то вот взаимозаменяемы. В общем, отличное средство, я бы так сказала, отличнейшее просто. Да, артикул 112.20. Ну и последнее, конечно же, я VIP. VIP более чем 18 уровней, VIP 41. И я могу брать 2 вещи с 70% скидкой. Вот, и, конечно же, я выбрала дочке, как обычно, колготки. Так они стоят сколько-то там, 300 что ли рублей. Я их взяла за 110, потому что мне нравятся именно вот такие вот кремового цвета нежные колготочки. Тут у них поясочек такой, что не передавливает талию. Они не толстые, они не тонкие, не идут 100 ден, а просто очень даже классные. И на всякий случай у нас есть колготки, я их недавно заказывала, но решила, что у меня в принципе все есть, и я заказала вот еще такие размером 116-122. Я думаю, что новые колготки в запасниках нам не помешают. Да, то есть вот у них состав 82 хлопок, 8 полиэстер, 10 спандекс. Вот, пожалуйста, ростовочка. Она меня тут немножко, конечно же, смущает, потому что мы берем 116-122, хотя нам 4 года, да, но мы берем, как вы видите, на размер уже больше, поэтому не знаю. Ну, может, есть, конечно, худенькие дети. Моя Вика, кто смотрел обзоры, она высокая и полненькая. Но не толстенькая, конечно, не жирненькая, но полненькая, такая крупная, кость, ну, крупная именно, да. Вот, и на самом деле тут идет широкий пояс, формованная стопа, плоские комфортные швы, и подходят они и девочкам, и мальчикам. Вот такие вот хорошие колготочки. Да, смотрите, изнутри какое качество хорошее, да, вязочка такая. Да, и вот такая вот стопа у них идет. То есть сзади 2 полосочки, спереди 1 полосочка. Швы все плоские. Ничего не давит, ничего не натирает, что очень-очень вот лично для меня важно, потому что у меня такая
Викуська-попрыгушка, что прямо аж кошмар. Ну что ж, с вами была Колунова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Что ж, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.